Всей поэзии Волошина только одно стихотворение говорит. Раз, я отвечаю. Так, и дальше указано. Следующее большое стихотворение я вставляю другого. Кто говорил? Высоцкий. Раз, о нем и сюда. Следующее, что об этом говорит Священное Писание, Библия, и опять иду кто? Зинаида Гиппиус. Сюда. И так, на каждый вопрос шесть поэтов. То есть это не просто поэзия, а поэзия в целенаправленности. Допустим, какую роль сыграли поэты в становлении российской крепкой семьи? И взятое. Никитин сказал то, Кольцов то, и после каждого, что говорит Священное Писание. Это 26-й том. Его где-то, ну, на руки не выдавать, его сразу и в библиотеке делаю. У меня нету, это малый тираж. Я его выделяю, а видите, каким светом. А где вы издавали все это? Где издавали книги? Вопрос. Вот это к истинному православию. В Алтае такие не могут издавать. На столе поставь, там. А издавали вот где? Нет, туда издать. Вот внизу. Курно-алтайская типография. Да. Видите, какие они, как сделаны, опять как каптал. Посмотрите, как специалисты. Как она закругленная, какие. И это 30 томов, и каждый разного цвета. Они украсят любую библиотеку. Это 1,40 м полка. Говорят, как назвать? Вот открытым оком. Видите, от оком я не вниз пишу, а вверх, кавычки. Как бы голову насильно поднимаю. Ну, люди, взгляните на небо. Бог любит вас. Христос умер за нас. Или второе название. Во свете Библии. Вот два названия. А вы что-то подразумевали, когда называли одним названием все? Да. В первую очередь объявлен был конкурс. Этот материал, каждая книга — это энциклопедия.